Но я скажу правду. В начале этого года у меня закончился контракт с Black Star. Ко мне было, ну, отношение совсем другое. Но мне пришлось, например, ехать в Москву, 4 года прожить в одном вагончике с клопами вместе. Мне 34 года, я каждый день херачу. Знаешь, бывает то, что я иногда забываю. А вдруг сейчас мне моя девушка напишет, или там сейчас позвоню там маме, скажу, как там отец. Когда видим цель впереди, мои мечты сияют ярко, дорога покажет, куда идти. Всем привет, я Донни. Смотри и слушай мой концерт и интервью на Страна FM. Да, и с тебя подписка, пальчик вверх и колокольчик. Весь мир.